Всем привет, Вега-система компания. Сейчас мы покажем, как мы демонтируем ножи. То есть это машина Vega Dicer 400. У нас есть здесь нарезка от морковки. Мы сейчас нарезаем морковку кубиками 3 на 3 мм. То есть вот таким вот образом. Морковка попадает, получается, вот этот вот нож. Потом идет вот круглый нож. Отсекатель, нож прорезатель какой-то, так скажем, да, и последний нож отсекатель. Вот мы сейчас демонтируем последний нож для того, чтобы получить не кубик 3 на 3 миллиметра, а мы хотим получить корейскую морковку, правда, не слишком длинную. Но хотим посмотреть, как будет нарезать морковку соломкой 3 на 3 миллиметра. Вот таким специальным тулом, такой специальным приспособлением мы снимаем нож. Вот мы сняли вот этот вот нож. У нас, видите, нож здесь идет. Вот нож находился здесь. Здесь вот есть, кстати, такая вот тулочка. Надо ее тоже демонтировать, чтобы она не выпала. Вот у нас мы положим в тулочку, соответственно. И дальше мы сейчас нарежем морковку соломкой. Итак, мы демонтировали один нож. Включим машину. Ну вот, получили вот такую вот морковку. Здесь размер такой, как по мне, немножко толстоват. То есть надо бы сделать немножко поменьше, как для корейской морковки. Но такая соломка получилась достаточно хорошая. Нельзя сказать, что это классно подошло бы под корейскую морковку, потому что здесь есть некоторые, ну, нету такой прям уж длинной морковки, да. То есть мы видим, что морковка, средний размер морковки, ну, в районе там 10-12 сантиметров. Хотя, в принципе, она достаточно неплохая. Значит, как мы можем отрегулировать, сделать меньше рез? Сейчас мы возьмем штанги, померяем, какой у нас здесь получился рез. Получается рез, если по ширине он где-то идет 2,5, а вот по вот этой он идет в районе 4. То есть у нас в районе 4. То есть что мы можем отрегулировать? То есть в данном случае у нас есть два ножа, которыми мы вот эту вот морковку. Нож. Если мы хотим уменьшить размер ножа, то нам надо поменять либо нож вот этот вот, да, но вот этот нож, он четко будет прорезать. То есть если мы видим, то получается, что здесь нож четко входит. То есть здесь как раз этот нож отлично поработает. Теперь нам надо вот этот вот нож. Покажи, пожалуйста, вот здесь. Вот здесь у нас устанавливается нож, он стоит на в районе где-то 3 как раз миллиметра. То есть мы, в принципе, можем немножко этот нож опустить. Я покажу, как он выглядит, этот нож, чтобы мы его поспустили. Если мы его немножко опустим, вот, видите, вот этот вот нож, вот он стоит здесь. Вот этот вот нож. Если мы вот этот вот нож немножко поднимем, то мы уменьшим зазор. Не его опустим, а поднимем. То мы уменьшим зазор первого, как бы, первого реза. И таким вот образом у нас получится гораздо меньше рез. Вот какая морковка у нас получилась. Преимущество этой машинки Dicer заключается также, что можно нарезать не только морковку, можно нарезать сельдерей, можно нарезать свеклу, ну и другие такие вот корнеплоды. В принципе, качество нарезки достаточно хорошее, и на многие салаты она может идти.